Всем приветик. Как вы видите, за мной находится Шутово озеро. Но я приехал не на само озеро, а на один из самых высоких водопадов Словакии. Шутово водопад. Это всего лишь одна остановочка здесь, как раз по пути к подъему к водопаду. Поэтому пойдемте посмотрим, как он выглядит. Подъехали к парковочному месту. Кстати, в летний период времени парковка платная. 5,5 или 5,50 евро. Сейчас бесплатно. Поэтому можно сэкономить 5 евро. Но есть минус. Вот со мной буквально находится общепит. Но он сейчас закрыт. Поэтому берите с собой продукты питания, багетики, вкусняшки. Подъем будет занимать от часу до двух, в зависимости от человека, понятно. Подъем несложный. По дороге расскажу, буду показывать. Начало маршрута начинается с асфальтированной дорожки, но она буквально занимает процентов 15 от всего пути. Я встречаю здесь пороги первые. Неимоверно пышная природа. Он находится в малой парте возле села Шутово. Это четвертый по величине по высоте водопад в Словакии. Его высота 38 метров. По всей дороге встречаются вот такие пороги. Или нет, вот летом он был открыт. Я думаю, если и парковка уже бесплатная, то, соответственно, и сам ресторан закрыт. Посмотрим, сколько нам идти водопаду. Так. Хата-водопад 567 метров. 45 минут ходьбы. Вот именно с этого места. Мы уже прошли где-то полчаса дороги. Еще 45 минут. Осенняя пора не только приносит выгоду в том, что парковочные места бесплатные, но и в красоте самой осени. Все очень ярко-красочно. Радует глаз. На этот порог как бы есть такая дорожка. Вроде как заборчик стоит, запрещено. Но пролезем все-таки. Будьте осторожны в путешествиях. Смотрите под ноги. Кстати, здесь камушки такие, довольно скользкие. Кстати, учитывайте пару года, вот сейчас у нас октябрь, и день довольно-таки короткий. А мы идем как бы, получается, как в ущелье. Посмотри. Может, через листву не видно, но с одной и с другой стороны, как ущелье. Соответственно, солнышко пробивается, но буквально, я думаю, через часик уже будет темновато. Соответственно, выезжайте утром. Я приехал в час дня. Уже как бы поздновато для осени.
Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь. И хорошего вам дня.